Мой народ называет меня ароматный скунс. Слушай, у меня к тебе предложение. Перемирие, перерыв на обед, потом продолжим. Ароматный скунс согласен. Я иду к тебе. Ала. Ароматный скунс. Грязный жон. Выкури трубку временного мира, бледнолицый. У меня есть одна лепешка и несколько бобов. У ароматного скунса тоже кое-что есть. Ты что, убил собачку? Лесная собачка – друг ароматного скунса, бледнолицый. Это кролик. И ему не было больно? Племя скунсов знает свою работу хорошо, бледнолицый. Я очень быстро оторвал ему голову. Зря отказываешься. Это будет очень вкусно, бледнолицый. Ладно, готов. Берем тело нашего младшего брата. Спасибо духам за наш обед. И укладываем на жертвенник. Натираем все тело чесноком. И посыпаем солью и перцем. Духи любят соль и перец. Поливаем на жертвенник золотой воды духов солнца. Ха, ты хочешь подсолнечное масло? Вам, бледнолицым, лишь бы все упростить. Затем все вместе ложим на угли. Минуток на 30. Ну, может, на 40. Добавим капли плода лимона. Вот наш обед готов. Угощайся, бледнолицый. Ну что, не пахнущий скунс, давай под огненную воду твоего кролика. Держи. Слабак.